пешеходный переход на улице Комсомольской убрали в связи с тем, что там два пешеходных перехода находятся друг за другом. Один со светофорным объектом у нас, спусково-выжигным устройством. Поэтому друг за другом как бы посчитали, что он уже абсолютно нам не нужен и только мешает пропускной способности данной улицы на данном участке.